Как приготовить сувенир своими руками? Легко. Для этого понадобятся кофейные зерна, клей, ленточки и ножницы. Жанна Вильган не первый год занимается рукоделием. Специалист в своем деле. Сегодня проводит мастер-класс для жителей Подрезково. Первым делом вырезают форму, например, цветочный горшочек, и проклеивают. Я начинаю мазать спичечкой. Чуть-чуть краешек вот здесь. Беру ленточку, которая подлиннее. Вот клею чуть-чуть, так вот видите, что немножко наискосочек. Всем видно? И начинаю закручивать. А после по всей поверхности уже можно клеить кофейные зерна. Сувенир получается красивый и ароматный. Провести время с пользой в Химках можете и вы. Подробная афиша встреч по интересам на сайте администрации.